Всем огромный-огромный привет! Сегодня вы на моей кухне, и мы готовим очень вкусный кабачковый рецепт с мясом. У меня здесь два вида мяса, это курица и говядина. Я уже перетерла сюда две огромные луковицы. Также понадобится один большой кабачок, одна большая морковка, немного сухого чеснока, любимые ваши приправы, у меня это хмели сунели, черный перец, также соль по вкусу и, конечно же, немного сметаны. Делается все быстро и легко, получается очень вкусно и полезно, так как мы будем запекать все это в духовке. Добавляем в фарш по вкусу сушеный чеснок, можно добавить свежий. Приправу. У меня это хмели сунели, соли она не содержит, поэтому я буду солить дополнительно отдельно. Немного черного молотого перца. Соли. И хорошо перемешиваем фарш. Фарш готов, отставляю его в сторону. Займемся овощами. Морковь натираем на корейскую терку, либо на крупной терке. Кабачок тоже натираем на терке для корейской морковки или на обычной крупной терке. Кабачка должно быть в два раза больше, чем морковки. Овощи подсаливаем. Все хорошо перемешиваем. Можно это сделать руками. Так удобнее всего. На дно глубокой жаропрочной формы вначале выкладываем овощи. Мокрыми руками лепим небольшие ежики. Делаем в овощах небольшие такие отверстия и укладываем сюда наши мясные ежики. Каждую тефтельку немного смазываю сметаной. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Тефтельки готовы. Получается очень вкусно за счет того, что мясо пропитывается соком от морковки и кабачка. И также полезно, так как все сделано без масла в духовке. Выкладываю все на тарелку и подаю к столу. Очень вкусный, быстрый и полезный ужин у меня получился. Попробуйте сделать так, и вам обязательно понравится. Кому понравился рецепт моих ароматных тефтелек с кабачком и морковкой, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео, и также заходите в группу ВКонтакте. Поделитесь моим рецептом со своими знакомыми. Я думаю, им очень понравится. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!